У нас проходит личное первенство Республики Башкортостан по универсальному бою среди юношей 14, 15, 16, 17 лет. Перед первенством России сильнейшие ребята, которые попадут в тройку, они попадают на Приволжский федеральный округ. Если выиграют, соответственно, попадают на первенство России. Данный вид спорта проходит как двоеборье. Это прохождение полосы препятствий и поединок на ринге. Вот. Но есть упрощенное правило, по которому мы сегодняшний день проводим, без полосы препятствия. В 11 лет меня привел на тренировки отец. Начал заниматься в 4 классе, очень понравилось. Были дружные ребята и продолжил заниматься. Но это прежде всего физически. И потом как бы закаление духа. Очень соперники собраны, подготовлены. Все-таки Республика Башкортостан первенство. Нужно сначала побороть себя, чтобы продолжить таким видом спорта заниматься. Есть у нас ребята, которые на самом деле гордо несут наш флаг Республики Башкортостан.